Всем приятной жизни, это шашлык, и мы продолжаем играть в споры. Как вы помните, в прошлом выпуске мы перешли на этап племя, и вот уже нам тут домик целый построили, нам написали, что наши подопечные умеют высекать огонь, мастерить инструменты, возводить примитивные постройки. Но вскоре на планете начнут появляться другие племена, ваши будущие соперники. Будьте бдительны. Ну что ж, готовят нас к войне, я так понял. Ладно, вы создали племя, теперь в вашем распоряжении племя из трех существ. Вы можете давать указания отдельным особям или группе. Ух ты, игра превращается в такую стратегию. Как мне это нравится, когда смешивают и изменяют жанры. То бишь, начинали мы, играли в такой экшен какой-то, или, да я не знаю, симулятор выживания от первого лица. Теперь игра плавно превращается в стратегию. Так, чтобы развивать, нужно общаться или сражаться с другими племенами. Давайте посмотрим индикатор развития. Ну да. Заключайте союз с другими племенами или подчиняйте их, и индикатор будет заполняться. Выполняйте задания, чтобы освоить азы племенной жизни. Хм. Отлично. Выбрать снаряжение с помощью меню племени. Ух ты! Что это такое? Я не могу сюда щелкнуть, я могу только сюда щелкнуть. А, щелкните на пиктограмм шлема, так, да, я хочу на нее щелкнуть, пизде. Так, ну щелкнул. И чего? Что это такое? Сбор пищи уровень 2. Хм. Что тут у нас есть? Общение, оружие, общение, маска. Блин, ну... Вау, маска, да. Круто. Это что? Сбор пищи. Блин, ну, сбор пищи нам тоже нужен. Это вместо крыльев? Ой, вместо крыльев. Ну, будет как у ежика. Будет он себе на спину складывать пищу. Так, что тут у нас есть? Здоровье, общение. Сбор пищи, уровень 3. Не хочу. Хочу вот это. Сумки такие по бокам у нас будут висеть. О, да. И сумки. Нет. Ну ладно. Так, что это такое? Общение, здоровье. Хм. Шестеренки какие-то можно добавлять. Кольцо. Круто было бы одеть кольцо, но как-то оно некрасиво. Ух ты, хвост. Да. Усы. Блин, значок. Ладно, пока на этом остановимся. Посмотрим, что будет дальше. Такой у нас получился непонятный существ. Уже племенной обитатель. Вот. Ну да ладно. Так, что, какие можно дать ему... А, здесь можно... Музыкальные инструменты, слишком дорого. Нужна пища. Нужна пища. Так, отлично. Сейчас будем собирать пищу. Управление камерами. На этапе племя вы можете произвольно перемещать камеру. Масштаб и вращение. Ну, понятно, камера и вращать. Да, конечно, круто. Теперь можно посмотреть. Ого! Ого-гошеньки! Да тут можно всю планету изучить. Или не всю? Да, всю. Ха-ха. Через океан. Смотрите, я кругосветное путешествие сейчас совершу. Да я его уже совершил, походу. Так я не могу найти... Ладно. Опач. Оу-е! Да, это здорово. Это мне нравится. Так, щелкните. Так, ну и что ты можешь делать?
Иди собирай еду. Вождь не хочет собирать. Иди собирай еду. Ага, ну да, супер, освоили. Так, иди собирай еду. Ты крошка Мерлин. Он у нас типа как домашнее животное уже. Здорово. Летун вожак. Блин. Ну попробуй, я не знаю, с ним подраться. Что из этого выйдет? Опа. Укротитель. Что делает укротитель? Ух ты, собирай еду. Я пока, правда, не понял, что делает укротитель. Но еду мы собираем. Вождь, а ну-ка, в режим общения, если перейти. А, с этими общаться бесполезно. Так. Добавить детеныша. Вы что, собрали еду и не знаете, куда ее ввести? Ну, давайте тогда ее потратим на что-нибудь. На дудочки. Ну, или на копья. Что нам нужнее, дудочки или копья? Походу, все-таки копья нужнее пока. Ну вот. Идите, несите еду. Опа! Новое племя. Враждебное племя Тираннозавр Шмекс. А, жесть. Почему они эту еду не несут на базу? О, принесли. Так, нам нужен детеныш. А ну-ка, пойдемте посмотрим на тираннозавров. Блин, вообще, конечно, круто с ними подружиться. Что это только что сейчас было? Летающая рыба? Блин. Как заставить тебя положить этот... Ты что, привел сюда двух... О, наконец-то он положил. Положил рыбу. Еще нам нужен детеныш. Сейчас, конечно, рыбу соберут. Так. С этими я не хочу общаться. Вот мне интересно поговорить с их вождем. Что из этого выйдет? Интересно. Так. Иди на переговоры. Какой вождь-дипломат у нас. О, у нас появился, кстати... О, давай, помогаем. Они еду добывают таким образом. Здорово. О, тут уже начались переговоры. Нам нужны дудочки, говорит он. Дудочки нам подавай. Понимаешь, дудочки. Блин, ну ладно. Что такое один? Может, нажать один надо? А, не хотят они со мной разговаривать. Ладно, я вам еще покажу. Так, ты.
Так, вы. Почему вы не добываете еду? Вон тут еда ходит. Ходит еда, идите ее добывайте, значит. Так, а вождь. Так. Нужно построить нам дудочки. Ну, построили мы дудочки. Теперь у нас есть дудочки. Так, пойди еще раз поговори с тем вождем. Хочется с ними сначала подружиться. Тут пока еду добывают. Опа! Мы приручили этого политуна. Ну есть у меня дудочка, только я не пойму, как ей пользоваться. Инструменты позволяют им щелкая на соответствующих кнопках. Блин, ну что за хрень такая? Как мне... Может мне надо взять дудочку? Ну-ка. Так вы тогда возьмите копье. Ты пойди возьми копье. И ты пойди возьми копье. И ты возьми копье. Нет, а ты стой. Ты копье не бери, ты возьми дудочку. Вождь, пойди тоже возьми дудочку. Что, вождь не будет брать дудочку? Вождь, без дудочки будет. Или все-таки возьми? Подойди сюда и возьми дудочку. У меня посох, я не хочу брать дудочку, говорит нам вождь. Ну ладно. Так, ты, иди возьми дудочку. Укутада. Так. Ага. Вот, теперь такой тройной джаз-бандой. Джаз-бандой из трех человек. Мы пойдем вести переговоры с нашими. А вы, три копья, должны добывать нам пищу. Блин, так пищу надо собирать. Вон, пища. Собирайте срочно пищу. Подохнет. О, теперь мы можем, у нас есть дудочка. О, пошел. Пошел процесс, договор. Есть, мы подружились с этим племенем. 10-10-10. Отлично играете, парни. Давай еще с ним поговорим. Дудочки. Тун-тун-тарын. Там-там-тарам. Тра-та-та-та-там. Опа! Мы подружились с этим племенем. И что же теперь будет? Что нам это даст? Ну, наверное, нам это что-то хорошее даст. Ух ты! Нам дали две карточки. Бах! И у нас появился тотем. Поселение стало вашими союзниками. В память об этом замечательном они подарили вашим подопечным новый фрагмент для тотемного столба, а также поделились своими инструментами и снаряжением. Теперь их можно приобрести в меню племени. Отлично. Так, ну... Союзников проще было завести на мой... Ого!
Да, у нас тут целый особняк уже построен. Вы еду там собираете, ребят? Собирайте еду. Почему они не хотят собирать еду? Блин, ну идите сюда еду собирать. А вот ты иди, вон там всякие яйца появились. Так. Вот. А ты чё ждёшь? Ты вообще сейчас знаешь, куда пойдёшь? Сейчас тоже пойдёшь собирать еду. А ты пойди... Не, в одиночку его, кстати, лучше не отправлять. Вдвоем может. Ладно. Что тут можно построить? Можно построить трещотки. А можно построить, чтобы ловить рыбу. Хм. Кстати, рыбу надо попробовать половить. Рыба — это хорошее дело. Построен для ловли рыб. Так, теперь вот ты иди возьми себе острог, добавлю детеныша. Опа, рыболов появился. И иди лови рыбу. Как ее ловить то а где тут есть рыба? Мы же на побережье. Ну иди лови рыбу. Почему он не идет ловить рыбу? Что, не хочешь ловить рыбу? А есть ты хочешь? Или тут не водится рыба? Хм. Нам можно, кстати, сделать... Можно сделать укротителя. Ладно. Не хочешь ловить рыбу, не надо. Зачем я тогда его строю? Нет, возьми копье тогда. И все с копьями. Все трое. Погнали на вожака. А вот вы с дудочками. Идите, собирайте еду. Племя преподносит вам дар. Где дар? Это вот мне, что ли, дар? Ух ты, чужое племя. Так, ладно. Думаю, на этом сегодняшний выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.